Мы начнем с собаки, да? Да, собаки. Или собака начнет с нас, нахуй. Привет, Адель, ты что, переименовался? Ты что, из богатых, нахуй? Да. А сколько, кстати, ренейм стоит? Косарь. Ёпт. Ну, чтобы он купить ник. Бать ты богатый. Косарь бонусов? Да. Ну нет, не бонусов, уж косарь рублей. Рублей, блядь, какие бонусы. Получается 100 бонусов. Ну да. Я тактику забыл. Прикольно. Красная бей, зеленая хит. Паладин тактики знаешь? Или объяснять надо? Жрите. Отлично. Я ставил рыбу, никто не умирал вроде. А, ну Войд только не хавал, ладно. Смотри, Войд, скоро сова. Чего? Он линканул. Шо это? Скоро сова. Скоро сова. Типа сделаешь сову? Нет, конечно. Первая пати РДД, вторая мили. Стервей, у тебя есть ДД-спик? На этого босса? Нет, Стервей, ты в РДД стоишь, если что. У нас миликов много. Может, Стервей станет в миликов, а я в РДД? А, блядь, да, кстати, что-то я тебя запихнул к миликам. Да, тогда Стервей, иди в милик. Анта поставь туда, блядь. Да хай дамажит, тут хилить нехуй. Без шамана у нас. Шамана для слабых, я считаю. Позже, не бегай. Он пиздит, бегай. Рейндж, держите. Хант, отойди, блин. От мага отойди. Слушай, можешь синий уходить, похуй, кастеры. Конечно, без лока, без шамана, ДПС малого. Лужа, лужа. Не надо резать. Пизда скоро. Красавчик. Я поделить надо, Войд, давай поделим ее. Давай, давай, давай. Мега скилл. Блин, кстати, шипа спасает. Тучку прожимаешь и все, понял, сейвишь меня. А тебе тогда дали каплю и я Т4. Если... Кажется, спасешь. Чи-чи-чи-чи, давай сюда уже. Или не достаюсь. Все. Кто там, кстати, наши скрины палит на форуме? В какой теме? В ШП. Просто взяли. Босса мои скрины. Ты и босса? Это я слила эти скрины, но они почему-то ими пользуются теперь. Там кто-то с рекаунта вообще скрин. Типа да? С босса. Типа Синдри даже есть. Ну, может, с моего ютуба. Это тестер, это фан-тестер. Ну я гляну потом тему эту. Что, смотри, мой допустим, ну ты охуел. Да, не очень рейс сыграл. Первый. Через вагон. Ладно. Надеюсь, пройдем. У нас два дамагера. Блин, если собаку убьете, то остальные это не убьете. Убав он просто собрал плохо. Ни гера, не знаю, по мне так второй сложнее, чем собак. Ну да, второй в десятке посложнее был. О, печать 320 стоит. Ну, глыбы я... Поделим. Не, он глыбы сам, зачем это махнул? Глыбы, да.
Асус, потом чуть ближе. Угу. Ну, Никитушка. Обрадуйся, что хочу что-нибудь есть. Нихуя тут золото падает с этой хуйни, надо фармить. Я ебал. Что там? Что там? Что за чарка? Блять, это чарка, я не знаю, по КД падает. Вообще без чарки? Нет, наверное, другой чарка. Омоложение. Ну ясно. На хилов по КД падает. Нужна кому параша? А пушка какая? Даггер. Даггер. Ты стрим не смотришь, что ли? Нет, у кого? У меня. Я думал, на сову выпало, сука. Так, я тогда стерваю. Тебе надо вообще эти запы апать? Если надо, я не, тебе... Не, пошли, скидываю. Обойдем по кругу. Нам того убить одного. Тебе скидываю. У нас очень часто на airdrop падает. Так, стервей же airdrop. Филовские чарки наши самые частые, по-моему. Угу. Ну, например, ну, представь, типа, навары общие чарки, мне кажется, из этого не чаще падают. Того же варады, как, к примеру. Потому что там все три спека — это общая чарка у них. Например, того ШП — один из трех спеков только. И по КД хиловские падают. Молодцы на холле. Кана, колды после заебал. Ну, Розет, я вообще на ШП не видел. А навары я уже раза три видел. На этот героический бросок вроде. Я хочу на ретрика двойную атаку, и что там еще есть? Да ты ретриком же не играешь, практически. Пошли на центральную. Ну, блять, типа сейчас не играю, потом-то буду играть. Я же не всю жизнь буду танчить и хилить. Жизнь. Как это не всю жизнь? Володя так же думал. Сука. Похуел что ли, ебать? Не всю жизнь не буду. Я найду себе подаванов, нахуй, научу их. Володя думал так. Ну, по факту танков, конечно, мало толковых. Фонарь нормально танчит. А ну, полос есть, только их одевать надо? Танка нехуй одевать, блядь. Танк одевается как по волшебству, блядь. Патрон, ты сокет поставил? Еще на рынке поставлю. Хорош. Я тактику забыл. Танчик пока не надоест. Красная бить, зеленая хилит. А, ты смотри, да. Стоишь, бьешь, пока не надоест. Надоело уже. Короче, я чарку хочу, сука. Никто не хочет ее. Да че, вы мэр? А, на сову четко чарка. На всех четко. Да не на... Да? Ну давай расскажи, да, это ДЦ, блядь. Ну, кроме ДЦ, ладно. А что там чарка за ДЦ? Чё, как нету ее? На холле который? И на холле, конечно. Их обещали переделать. Не знаю, когда. Кстати, обещал. Я сегодня прям чувствую, что с третьего рейда на шипы упадет. Ебать, ощущаю нахуй жопы. Мне с третьего рейда надо посох. На кого? На Ока? Угу. Ну он же такой здесь, не очень. 258. Ну, 271, если шаугай, но все равно он 20. Ну, за ломана же получше, не? Конечно, лучше. Ну, конечно, но за ним холич ходит. Типа я только после холича заберу. Холич, да, у тебя же есть. Ну, типа. Ой, миленький, че он такой? Что там танков ешь сверху? Танка треш. Надо целка десятку собирать. Слича же тоже халион. Не уронить. Пиздатый. Он же такой же практически, как Зуламана. Или идет. Милик, отойдите, я сейчас салу же разосру попробовать. 10 гер? За депафами смотрите внимательно. Да. Не насрите людей. Сейчас еще один шар и, блядь, не уронит. Не могу больше зубов. Это ладно. Типа тебя флешками хилю. Ты понимал. Проклятие. Блять. Меня тупо не повезло. Верните королеву. Есть время. Меня эта хуйня кастовала. Дим, да, не вставай, не вставай, блять, стоп, не спи. Я умер. Я так. Че, у Войда еще БР есть?
Кого поднимаем? Чего, оберните быстрее, Войт. Там. Сейчас в глыбу. Что посрёте? Блядь, нет, глыба. Да. Нормально бьём. Чувава, ты ебать отчаянно. Инфиль, тебе урона дохуя. Сейчас заходите в печеньку, уже зашли в помощь. А, всё, я сдох. Вышли. А, ещё разок, нахуй. Три БР минус, сейчас убьём. БР для слабых, надо вот без БР. Буду тогда отходить и разливать к стене, что ли, назад туда опять. Особенно. Сильно больно от лучших. Я сдохла, знаете, от чего? От этих хуни, которые кастуют рандомно игроков. Ну, шипешную пытку. Щупальцы. Да? Да? Типа, я была на лоу хп, а начал меня кастовать, и зубы в КД, и типа, все. Сегодня же нерв закатываю, да, минус 7. Ну да. А говорили, вот это нерфить вот... не будут, пока ФК не сделают. Правильно? Да, но они также, когда анонсили, что не будет нерфов, они также и не говорили, что будут нерфы Т4. Так там характеристики только срежут. Типа ну, сейчас, ну, хуй знает. Это их 20 статы, не больше ты потеряла. Мне вообще похуй, я ДЦ. Это всем похуй, вот максимум милика по каким-то, который там мастерство и меткость набираю, все. Всем остальным вообще поебать. Только миликам дает АП. Интеллект, а что, там, будет нерфить или что? Я... Да, 7% всех. Ух ты ж, ёпшка. Надо список сражать. В другой планете живет. 7% хп всем срежут босса. Вообще все. И трэш, да. Потому что больше даже, слишком много хп. Дохуя, слишком дохуя. Ну, не всех. Ну, Суркен, например. Суркен нормально, по факту, блядь. Ну, у принцов по 130 это пиздец, да. Так а в чем прикол боссам, которые несложны, давать мало хп? Ну смотри, интересно. Суркен меньше хп, чем на принцах, понимаешь? Похуй. Сурок это проход на ДПС, а на принцах какая-то веселуха. А то пришел, шотнул, ушел. Посмотрел видос Война про мега щуку, это пиздец. Хм. Выходи, не выходи с сервей, встань в мету, в сферу. Сам стану сидеть. Сука. Еще одна мили там милики, не бросай. Да я две закрою. А она закрывается в одного две? Это тоже, ну. Сейчас после оглушения. Она уже не пропала. Хан, вернись, вернись в метку. Вернись, надо вынести. По ней надо стоять. Вайпнуть нас хотел. Чё там, Толёк? Геру. Геру. У нас нет шамана, алё. Геру. Всё равно дайте Геру. Но все ханты умеют и маги, так что. Далеко. Ханты только бою. Нет. А чё, блядь? Раньше выходи только. Я прохилить не знаю. Не ты, блядь. Я говорю, даю гимн, причём... Вы полусферой тьмы стоите, королева, отойди. Ну хоть добьём, я думаю. Бьём? Не-не-не, не добьёте, нам пончик сходим. Уже зубы, скоро. Зубы, блядь, я не успел. КБР нет. Это пиздец. Надо было Геру, сука, давать. По-любому. Давай после его дыхания будет, в кончик ты, сразу. Может, я в кота, а ты в этого спекнись. В кончик зашли, да. Чуде. Больше дашь, типа? Не, ну просто смотри, если ну, ты я выживу, он сможет спекнуться. Он сможет медведя принять и кончить. А чё за вар вагон у нас? Вагон какой-то реально. Ну, сдох. Он вообще... Я думал, что он танком, блядь, по ДПС, а вообще там внизу. Давай пошел посмотри. Вы сдохнете там или алло, блядь? Ну, прием. Можем убить чего-то. Зайдите в бублик. Какой убить, блядь? Два ляма. Еще. Да изи. Два хи... я. Пончики плохо насрались. Да, лучше заново. Все, падайте теперь уже. Дайте, может, махнете с реальными танками? Давай, похуй. Чего, он просто нет там?
Настало время моей чарки на медведя. Кстати, плохие новости. На нее сделают КД в 12 секунд, что ли? Или 5. Уроды, сука. Это слишком имба? Ну, она сейчас без КД, может, на прокоте у тебя просто пиздец. Ты без ГКД бьешь увечьем, прикинь. Нахуй, а кто? Как они узнали, нахуй? Ну, пиздец, не надо убить того, кто чарку хочет понерфить. Как они узнали, говорит. Блядь, вот. А чё, он прав, они же, блядь, без тестеров выпускают все эти чарки, блядь. Они сами не знают, как это работает. Был ОБТ-сервер, и они ничего не тестят там. Да в том-то и дело, ну. Первый раз решили потестить хитжал, спасибо. Пускай делают на, типа, размах, там, на одну секунду, на две секунды снижают КД на берсу, блядь, хотя бы такую, блядь. Нихуя себе. Ну. Размах на одну секунду берсу снижает. Бесконечная берса? Ну. Чтобы от КД шивалось. Фель. На пульте сейчас у Войда, на пульчике. Марин, Хачапурин горел! А, ты здесь что ли? Фель, дай первый на пол, а потом мне Трикс кидай. Самка. Ну почти сгорел. А он с тобой везде? На работе, блять, вообще пить. А чё за вар у вас там как дебейсит жестко? Прото, наверное. Уже не допейсит. Ну, все, не допейсился. Он на каждом боссе вздыхает первый. Ну, у него 117 лут. Не, это друг или пук? Ты Никита... Что, у тебя же человек не кончился? Ты что, их ешь? Поставь гостям уж. Пусть тоже пойдет. Это у тебя там модель? Нет. Нет, это Боззи банан какой-то не стак. Он на работе. У меня сосед съебал, слава богу. Сука. Сейчас будет больно. Да мне похуй. Танк. Юль, дашь кем под следующее дыхание? Да, я просто занята немного. Кончики выносите, я на ком бегу. Насрить Юлий. Иди, иди, сейчас гейм должен быть. Супать, давай. Давай зауешим. Наверное, Геру пора, да? Вот. Конечно. Бля, сейчас после дыхания надо будет кончик сходить. Готовьте. Почти сразу. Один каст танка даст после этого. Каст пошел, готов. Зашли. Забежали. Блин, БР танка. Бери, чувак, вот цепляй в медведи. КД у всех, БР еще. Да, да. Пробуй, может. Добьете, может. Дыхание. Ну, по дыханию мне. Адель ебаш. Как ты там говорил? 5к голды ставишь, в одного добьешь. Я сейчас агрося сброшу, кого тебе зовут пить. Асус глыба есть? А, не. Он агрос глыба. Тут ты ж, давай, 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 давай. Писюнами бейте. Да, хорош. Запы. Кстати, ну что, плохо зайдет. Чё за запы, покажи? 4% крит урона запы. Ах, блядь, заебись, охуительный запы. Бля, чё я у конта не вижу, где плечарки в луте? На протовары, на протовары. Ахуя, значит. А, вот так видно. А ну запы общие, в смысле, да? Понял, понял. Пизду нахуй. Дай сверху туда же. Чё, блядь, не пушку же апать конченую. Вара.
Че, закинь, Нинер. Я тут, кстати, полноценно. Классно. А кто такой Бози Банан? Он где-то на работе. Шавуху варит. Ой, хачапури. Это в рестик, что ли? Блин, нас 14 в этом. Здесь. Ну мы с Холичем. Что-то не пойму, а как на маге какая-то хуйня стала появляться, типа как будто мне кто-то МК кидает. Эти дерьмо. Может, тебе кто-то МК кидает? Да нет, над башкой. Ну тебе пишут, Элу накидают. Элу, да. Ты моя, это Сервей, наверное, кидает. Бы не кидал. Ну да, ты все. Я просто я в баф, ну раньше такого не было, я в баф смотрю, ничего нет. Крит убрали, стали, сделали увеличение урона. А, да, и Луна такой урон увеличит? Фу, ну, либо урон. Ой, блядь, сука, сколько раз мне вам повторять, не работает чарка, работает. Не работает, работает, сука, не работает. Какая чарка? Покажу. Смотри, сейчас Лунка. Я стрим подрублю. Да-да-да. Там уже пул, короче. Там. Там половина чарок криво работает. Не, это прям работает нормально, я посмотрел даже. В чем ты проверял? Она характеристики все увеличивает. О! Ближнего боя. Юль, ты оговорилась и сказала, что не работает чарка. А, ну, понятно. Я про Илуну. Разговор про Илуну шел. Илуна, да-да-да-да. О. Она Юля, у меня работает. Юля, ты зачем Илуну сломала? Ходи-ка, вернись. Вы умрёте. Как дела там? Будет тут агро срывать? Алло, блядь. Хуй себе, блядь. Метки. Развернулись. Милики отошли. Ой, ты в другую сторону отходишь. Диспалит тебе. Метки. Метки вынес. Ну, про диспалит, тебе урон чекает. Метки. И отвернулись. Вы блин. Это я тупанул. Максимально. Метки. Ебать то агра, пиздец. Хочу целка потанчить. Это опять далеко. Отвернулись. Метки. Не, нельзя на нее КД вешать, на эту чарку. Милики отошли. Бать, выйду больно. Скорее всего, от этого сдохнет. От... Прохильте танка. Отвернулись. Что, может, к вам ближе подбежать? Все, окей. Ну, пора было. Все. Так, нормально? Угу. Нахуен. Я тоже так думаю. Мелики отошли. Наверное, к Геру пора. Все-таки. Метки. Цельно тебе метка. Иди, пожалуйста. Отвернулись. Мирики отошли.
Вернулись. Хуйта. Да. Че за ноги? Лучший лут. Два даггера можно этому вару отдать, и он будет дамажить. Что-то чарка на ногах, покажи. 2% хосты. 2% хосты. Хуйта. Хороший, да. Когда я оделся, ебануться. Вот что по месту ставь, я сейчас подойду. Так, смотрим. Ну, только, наверное, дручарку выбили, и все. А, ну, запа еще Асусу. Запа охуенный. По приколу можешь мне опалку скинуть. Зачем? Войду в штаны. А шмотки у меня есть, если чё. Я тебе даггеры только дал. Ну да. Каком ты сейчас отдаешь? На шамане или на там? Я на... Сейчас в шамане пойду. Юль, смотри, получается. Видишь? Сейчас. Где урон? Где? А, на стриме? Сейчас захожу. Ну. Смотри, вот сейчас я себя выбираю. И вот бафаю только милости луны. Видишь?